На больничном тут немного поизучал Fusion 360. Смотрите, какая штука прикольная. Есть идея одну штуку запилить, для этого мне понадобились знания больше такого рода софте, более инженерно, блендер не совсем подойдет. Там движущиеся части будут и вот как раз передачи всякие, вот такие шестеренки. В блендере это тоже можно организовать. Я думаю, здесь стоит как-то попроще сделано, что ли. Я вот это буквально сколько, ну, минут 25 может потратить на эту тему. И еще 30 минут, чтобы загуглить, узнать, как это делать.